Раньше это была не дорога, а лишь направление. Хотя, между прочим, именно этот участок на улице Понтонный мост соединяет поселок Ильича с Барнаулом. В прошлом году дорогу отремонтировали за 46 миллионов рублей по проекту «Безопасные и качественные дороги». Здесь определенно небольшая промзона. И очень много ходит тяжелой техники. Поднимается пыль, и все это, конечно, в грязи. И люди постоянно жаловались, что у них они не могут ни открыть ни окна. То, что сейчас положили асфальт, это, конечно, очень благое дело, потому что исчезла, в первую очередь, пыль. Вот, и исчез шум. Пыли везде, ямы. Дороги каждый год засыпали щебнем, то есть это не особо помогало. И сейчас очень хорошо стало. Дети на самокатах, на велосипедах начали ездить. Как дорога пережила зиму и есть ли на участке грубые нарушения? Накануне это проверила специальная комиссия. Ну, данная дорога в нормальном состоянии. Мы видели несколько дефектов, связанных с зимним содержанием. То есть это не гарантийный случай. Есть ряд претензий с размещением дорожных знаков. Но в целом мы понимаем, что есть очень большая нагрузка на улично-дорожную сеть, потому что большегрузы, карьеры, тем не менее, в отличном состоянии. Все объекты, которые когда-либо отремонтировали в Барнауле по уже названному проекту, находятся на гарантии. А это ни много ни мало 222 километра, 151 участок. По итогам обхода все поврежденные участки должны довести до ума. Проверки продолжатся до конца апреля. Работа с гарантийными объектами, она не менее важна же, чем строительство или ремонт новых объектов. Потому что важно не только построить новые километры, но еще и удержать их на протяжении тех 5 лет, покуда они находятся под гарантией. Сначала подрядчик не любил депутатов и не любил всенародный контроль, не любил жителей, не любил, что они ходят, смотрят, да. Вот. А потом он даже понял, что глаз и рук на все не хватает, приемщиков, контролеров тоже. А здесь вот такая вот общественная и народная приемка ему помогает в дальнейшем экономить на гарантийном ремонте. Кстати, барнаульцам напоминают, что все аварийные участки в городе можно наносить на давно существующую карту убитых дорог. Ирина Корчагина, «День с толком».